Хочу рассказать про поиски интернета. Короче, зашел я в одно заведение, которое в центре находится. Ну, такое оно, ну, не скажу, что слишком крутое, но вполне такое нормально, уютно. Интернет оказался более-менее. В общем, у меня файл, который весил около 2 гигов, он грузился, получается, где-то 1:40, если я не ошибаюсь. Помимо него еще 2 или 3 маленьких по 200 мегабайт загрузил. В общем, просидел я там, наверное, чуть больше 2 часов. Взял я гёзлями с сыром, она стоила 8. Взял я турецкий кофе, который стоил 5. Итого 13. И 2 я дал чаевых, но чаевые вроде как положено в Турции. Значит, итого 15 получилось. И получается, пришел я туда потом еще раз вечером. Вечером там была живая музыка. Я, конечно, очень-очень-очень обрадовался. Вот. И пил я 2 чая. В итоге за вечер принесли мне попкорн, поставили. Я так и не понял, платно он или бесплатно. Целую корзину я его, конечно, почти не ел. Вот. И потом, когда счет, я приготовил 5. И в итоге оказалось, он мне говорит 9. 9. В общем, музыка включена, оказывается, в счет. Ну, вечером я немножко тоже загрузил. На следующий день я пошел в заведение возле своего отеля. Оно уже покруче было. Покруче. Видно было, что оно покруче. Вот. И, ну, когда принесли ценник, меню, в смысле, я думал, конечно, что немножко будет все подешевле. Оказалось, не совсем уж так и дешево. Взял я суп ишкембек, по-моему, называется. Я уже забыл, традиционный турецкий. И взял я яичницу с сыром и чай. Значит, принесли мне еще воду, принесли много всего там, помидоры, огурцы, салаты разные, луковица, даже свежая полулуковица, петрушки, оливки и так далее. Но цены, в общем, стоила яичница с сыром 19, я не знаю, наверное, сыр какой-то там дорогой был, потертый его была целая такая мисочка небольшая. Наверное, сыр дорогой. Вот, и суп 17. Короче, 38 я заплатил, но в итоге оказалось, блин, что интернет здесь не такой быстрый, как там был на берегу, блин, где все дешево относительно. И я, короче, в шоке. Я, короче, ну уйти не уйти, у меня файл там на гиг 200 уже начал его грузить. Как бы, смотрю, написано 2 с чем-то часа он будет грузиться, но уже некуда деваться, 38 все-таки платить. Еду уже заказал, как бы не скажешь, что я придумал, я пошел. Ну и в итоге, короче, начал жрать и грузить файл. Конечно, 38 это для меня супер круто. Это вообще, конечно, жесть. И, в общем, не находишься тут в эти заведения, чтобы, да, но сегодня я еще завтрак проспал. Это была также одна из таких, как скажем, причин, которая побудила меня так и зайти и нормально поесть, потому что я не пошел на завтрак. Я в час проснулся, опять же, всю ночь ковырялся с интернетом, в 5 утра лег спать, в 8 пытался проснуться, а не проснулся. Короче, это ужас. Это ужас. Турция, где твой качественный интернет? Что такое происходит? Я не могу понять, блин. Ну почему у нас интернет, я, блин, в сутки я загружаю по 20 гигабайт легко, если мне нужно. Ну что же здесь происходит, я вообще не могу ничего понять. Ну я не знаю просто. Теперь вот я даже вот опять сижу и думаю, опять теперь ходить еще, чтобы загружать видео, еще и платить деньги на то, что еда едой. Ну еда у меня, в принципе, завтрак, ужин и так есть. И в магазин я могу зайти, какую-то булочку или что-то, йогурт, пудинг купить. Мне не нужно столько платить. Ну, в общем, ужас просто с интернетом. Я не знаю, как живут люди здесь в домах. Есть ли у них там проводной интернет качественный, быстрый, либо нету его, либо весь такой интернет. Но это, конечно, это очень сложно, очень дорого таким методом вот так вот все это делать. Вот так вот, поэтому я видео назвал так, как я его назвал. Вот. У меня куча видео еще лежит буквально еще с 13 января, не разобран. Ну как не разобран? Не разобраны, да, потому что я не успеваю их грузить, я не успеваю их там кое-где надо монтировать, в основном уже без монтажа выставляю, но все равно все надо грузить, это все столько времени, что капец, еще с таким интернетом, блин. Вот такие вот дела.